Спортсменка сейчас готовится к своей выйти на лед, уже на льду, и она будет выступать под музыку Анна Каренина. Давайте наблюдать, пожелаем ей удачи. Второе место она заняла в короткой программе. И сейчас будет бороться за призовые места в общем зачете. Итак, наблюдаем.
Так заканчивает свое выступление на Универсиаде Станислава Константинова. Один раз судьи отобрали у нее баллы в ее произвольном выступлении. В самом начале, когда она исполняла тройной лутц из 5,9 возможных, у нее отобрали 0,447. Тем не менее, Станислава Константиновна родом из города Санкт-Петербург, вице-чемпионка первенства России 2017 года. На международном турнире Финляндия Трофи в прошлом году осталась лишь в одном шаге от пьедестала. Также заняла второе место на скейт Хельсинки. Это был у нас, получается, третий турнир серии Гран-при по фигурному катанию. Она стала четвертой на чемпионате Европы, который недавно прошел в Минске. В этом году другие уже выступили. В этом сезоне 2018-2019 года уже отметилась на нескольких соревнованиях международных. На этапах Гран-при по Франции 5-е место, в Хельсинки 2-е, Финляндия Трофи 4-е, Мемориал Андрея Непелу 3-е место. В общем, неплохо. Ну и, конечно же, на финале Кубка России и на чемпионате России заняла лишь 4-е место. Сейчас, конечно же, мы все ждем ее результат. Поборется ли она за место в тройке лучших спортсменов на этой универсиаде. Да, не раз Станислава признавалась, что самый главный соперник в ее жизни – это она сама. Ну, как и для многих спортсменов, скорее всего. В первую очередь нужно побороть себя самого, а дальше же всех остальных. У Станиславы есть сестра, младше на 11 лет, тоже начинает первые шаги в фигурном катании, так что, возможно, будем наблюдать династию. Но теперь результаты. Станислава Константинова получает за произвольную программу 135,66 балла. В сумме всех программ 205,91 балла. На данный момент занимает второе место. Да, второе место у Станиславы Константиновой. Видно разочарование у нее на глазах, на лице. Надеялась на первое.